Меня зовут Науменко Олег Александрович. Я доцент кафедры социальных наук и технологий научно-исследовательского университета МИСИС из города Москвы. Приехал сюда по приглашению с целью обмена опытом, с целью проведения мастер-классов по достаточно интересным и актуальным темам, в частности, по проблемам искусственного интеллекта, по проблемам персональной эффективности, а также несколько лекций будет посвящено системе образования и применению методов в системе образования. Ожидаю, что все пройдет успешно, все мастер-классы и все лекции будут интересными, и со стороны студентов, и со стороны педагогов будет проявлен интерес в плане продолжить наше общение. Возможно, будут подписаны договора с целью дальнейшего сотрудничества между нашими университетами. Для меня большая честь выступить с лекциями и мастер-классами в таком учебном заведении, как Ташкентский международный университет образования. И очень приятно видеть, какой прогресс в сфере образования в Узбекистане на примере вашего университета. Очень рад сотрудничеству. Желаю всем студентам интересных лекций, интересных мастер-классов. Ну и сам тоже хочу получить удовлетворение и положительные эмоции от работы здесь.